След свежий. Сегодняшний? Появился сейчас назад. Собаки взяли след? Уже взяли. Босс, посмотрите! Капитан, этот парень живет здесь. Днем работает на участке. Не замечали здесь машину? Вроде бы, да. Что за машина? Вроде фургон синего цвета. Да вам не пришло в голову сообщить полиции? О стоящей машине. Пошли. Если ты думаешь, что я не выпущу тебе кишки ради этого ключа, тебя ждет сюрприз. Лучше припомни прошлый раз, когда ты полез ко мне с ножом. Все! Заткнитесь! Оба! Потерпите до Мексики. Далеко до аэродрома? Не больше 5 миль. Не дай бог, самолета там не будет. Ты понял меня? Не дай бог. Взлетная полоса Goose Park в 10 милях от Fox River. Господи. Они здесь кругом. Без тебя знаю. Хотите сказать, вы ничего не знаете? Честное слово. Кэти, дверь была не заперта. Это не я. Тогда кто же? Под вечер здесь были лишь вы и доктор Танкреди. Санитар подтвердил. Это не я. Хотите сказать, это Танкреди? Нет. Я вижу, вы что-то знаете. И вы обязаны сообщить мне об этом. Иначе вы не просто потеряете работу. Сокрытие информации превратит вас в соучастницу. И я упрячу вас, если вы не заговорите. Сара. Что Сара? У Сары был роман со Скофилдом. Благодарю, Кэти. Мне бы лишь прикоснуться к ее животу. Почувствовать ребенка. А после я уж... что-нибудь придумаю, лишь бы коснуться ее живота. Только бы увидеть ее. Мы уже близко. Неприятности. Все, приехали. Дальше дороги нет. Есть другой путь. Этот единственный. Давайте прорвемся. Кто-нибудь заткните ему пасть. А можно назад? Бесполезно. Мы лишь отдалимся от нашей цели. Значит, нужно прорываться. Может и нет. Попробуем объехать. Давай. Мы вытащим из тебя ключ. Пусть даже вместе с дерьмом. Нехорошо ругаться, красавчик. Черт, застряли. Застряли. Все из машины. Из машины.